Всем бобра, с вами капитан Немов. Сегодня хочу поделиться с вами своим новым проектом. Это также будет акустический, скорее всего, электроакустический сигар-бокс, сделанный полностью вручную. То есть не из сигарной коробки, а с обечайками, с нижней и верхней декой. Вот верхняя дека у меня будет из березы, как это ни странно. Эту березу я случайно абсолютно приобрел у двух мужиков, у строителей. Я ее даже не покупал. Проходя мимо стройки, я обнаружил, что привезли какую-то очень дорогую плитку, отделочные материалы. И вот эти вот блоки из этой плитки стояли на палетах, и под этими палетами были большие бруски из березы. И что самое удивительное, на этих брусках, ну они где-то чуть больше метра в длину и где-то примерно 12 на 12, или может 10, 12 на 12. А у них был размер 12 на 12 и 1,20 м в длину. И ни одного сучка. Вообще для березы это большая редкость, конечно, чтобы сучков не было. Вот я их сушил 2 года. И напилил таких вот и решил сделать из них деки. Потому что дерево очень звонкое. Да, это, конечно, не елка, видите, у нее полоски есть. Довольно-таки выглядит неоднородно, но, в принципе, в этом есть какой-то шарм даже. Я смотрю. Вот. Дека будет тонкая. 2 миллиметра. Она даже издает звук. Вот. Обечайки буковые. Обечайки довольно толстые здесь. Приблизительно 4 миллиметра. Но это для жесткости. Нижняя дека тоже буковая. Вот 2,5 миллиметра будет она. Ну, должно получиться неплохо, я думаю. Потому что та предыдущая гитара получилась довольно-таки неплохой. Звонкой. Да, и еще насчет звукового отверстия. Оно будет вот такой формы. Овальное. И довольно-таки большое. Для того, чтобы достичь громкого, открытого звучания. Поэтому гитара должна звучать довольно-таки деревянно, но громко и звонко. Поэтому ждем-с. Ну все. Да, еще хотел сказать, что, конечно, труд музыкального мастера это очень кропотливый труд. И хочу призвать вас всех уважать работу музыкальных мастеров. Я все собираюсь сделать настоящую гитару акустическую, но у меня для этого пока нет необходимых инструментов и возможностей, главное. Возможности в каком плане? То, что не готов пока я к этому морально. Вот, а это самое главное. Но я уже чувствую, что близко, близко, близко. И вот-вот, и уже буду готов к тому, чтобы делать настоящие акустические гитары. Ну, на этом с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.